Логово драконов нас ждет, видимо, здесь будет какая-то дикая сущность, флора, фауна и так далее, как говорил диктор только что. И множество людей с высокими левелами, здесь уже с престижами и так далее, но с престижами нам пока не везет на поиски, так что окей. Грейс приказывает своим войскам уничтожить исследовательскую базу АМС до того, как ополчению удастся разобраться в открытой там технологии репульсорных башен. Осталось всего 4 миссии до конца, потом мы с вами перейдем, наверное, к мультиплееру, к обычному. Давайте досмотрим компанию. Хотя она такая компания. Пилоты! Говорят, ополченцы изучают наши репульсорные Да ты чё, технологии. твою мать! Старая башня была нашим прототипом. Без нее мы бы никогда не заселили планеты с агрессивной туземной фауной. Наша задача уничтожить этот объект, пока ополчение не разузнало о нем слишком много. О, фак, я же забыл выбрать себе персонажа. Ядро. Это должно сработать! Готовьтесь! Окей, побежим с тем, который есть. Уи, тут как красиво, смотрите. Нихера себе! Нихера себе! Вот это был поворот! Так, куда нам идти-то? Я пойду сразу на Б. Ах ты фак, я думал, что здесь можно пробежать. Где тут боты? Мы захватили опорный... Чё? Кто меня? Да, что? А, я бы себе поставил другую возможность, которая дает ускорение и регенерацию. Никого найти не могу. Да твою мать! Господи! Лох! Как ему не повезло, а? Вау. Убили. Убили, сволочи. Мы теряем Браво. Я что-то хотел за другого персонажа поиграть, но окей. Что-то надо было, да, идти точки захватывать. Приближаешься к Браво. Остерегайся противников. А я что-то не то делаю. Канал связи перегружен. Надо было другой класс взять. Очистите зону от врагов. Они создают повесить сигналу. Перезапуск Лох. Готов на 25%. Никаких, кстати, патчей не выходило ничего, так что, не знаю, видимо, надо с преследом все-таки научиться взаимодействовать, чтобы легче было. Твою мать, а, отхватывает. Ладно, тогда надо на Си бежать. Великолепно. С ручником. Ядро реактора, много энергии. О, фак. Еще один опорный пункт, и поток станет максимальным. Со звуком проблемы какие-то. Мы потеряли... Буду замечать. Так, мне нужно поменять снаряжение пилота. На дробан. По крайней мере, сейчас у меня 60 FPS. Я убрал вертикальную синхронизацию и все отлично стало просто. Вот, титан будет готов через 30 секунд. На какой кнопке гранат? На кнопке F, черт. Я же забыл, что здесь есть вообще гранаты. Надо использовать их, пока есть возможность. Мы потеряли пункт Браво. Доберись до него. Ох. И подключи меня к системе. Нежданчик для тебя пришел, да? Теперь мы контролируем пункт Альфа. Ой, титан где-то сверху. За звуком беда какая-то, ребят. Это ужасно. Баглас, башня будет... Вау. Без вмешательства ополчения тут не обошлось. Подождите. Не знаю, что с звуком, но со звуком беда. В этом я точно уверен. Линии на карту. Вау, мы проигрываем? Чарли. Перезапуск готов на 25%. А, его нельзя заплатить. Готов на 75. Фак. Чарли наш, но Браво все еще под контролем ополчения. А вы убил только что? С этого опорного пункта они получают много данных о башне. Кто стрелял только что? Подключи меня к нему. О, фак. Что это? Что это было? Почему он в окно-то не зашел? Просто охерительно вот сейчас было. Чарли подвергся атаке. Где мой титан вообще был? Пилот, ты приближаешься к Чарли. Остерегайся противника. О, фак.
Your Titan is doomed! Again! О, боже мой, я не знаю, что происходит. Какой-то идиотизм. Со звуком беда. Я не знаю, что произошло. Противник захватил. Вау, они все точки захватили. Подцепи меня к опорному пункту. Потому что никто не хочет бежать к точкам, кроме меня, по-моему. Я на первом месте. А, на меньшинстве. Отлично. Ваш новый детонатор будет готов через 30 Фак. Секунд. Внимание, ты рядом с пунктом Альфа. Сверься с картой. Фак. Ну все, мы просрали, похоже. Я не сдаюсь, конечно, но мы, похоже, просрали. Там можно было ухватиться за что-то, ладно. Опять жахнуло. Ты уже раз... Ополченцы инициируют импульсы, чтобы найти слабые места башни. Тот, кто изобрел эту стратегию, удивительно умен для человека. Ага, ты главное намекни, когда следующего импульса ждать. Принято. Ожидаете вызов? Жаль, в ядро реактора идет энергия. Но чтобы ускорить его перегрузку, нам все еще нужны Браво и Чарли. Один из наших отрядов захватил пункт Чарли. Ух ты, что ж такое-то, ёбарис, это никак я не мог зайти. Меня еще и автотитан убьет. Замечательно. Пилот, ты приближаешься к карте. Да сколько можно-то, а? Не захватывают, а теперь. Задействую режим охраны. Я подключился, перехватываю управление пунктом. Будь наготове. Перезапуск готов на 25%. Зашибись, ёптыть. Никто не хочет помочь. Я знаю, где теперь находишься, ты скотина. Пилот, ты приближаешься к Альфе. Остерегайся противников. Перенаправляю энергию в ядро реактора. Ты думаешь, нашел хорошее место, чтобы сидеть? Смотрите, вообще и команды нет. И никто не хочет подключиться. Потому что в этой компании никто не может подключиться, по-моему. Дальше в ядро реактора идет энергия. Но чтобы ускорить его перегрузку, нам все еще нужны Браво и Чарли. Охереть! Он двоих убил только что? Нихера себе, мой титан жжет. Погнали. Управление передается пилоту. Альфа, подвергся атаке. Пилоты приближаются к Альфе. Томми, о господи, сзади два титана. Сержант Брис, ополчение перенаправляет энергию. Это ваше внимание. Ополченцы анализируют башню быстрее, чем мы перегружаем ядро. Пилоты, отбейте пункты, перехватим его. Конец связи. Ядро активировано. Текущий статус увеличенный наносимый урон. Мы установили контроль над пунктом Альфа. Захотел меня разбить, хер тебе, козел. Пошли в жопу, пошли в жопу! А кто был-то здесь только что? Окей, мне показалось. Опорный пункт Чарли расположен прямо по курсу. Разыщи терминал внутри здания и подойди к нему. Мой тант из Doomed, я уже уверен в этом. Ваш титан был уничтожен. Мы потеряли Браво. Ну, спасибо. Я подключился, перехватываю управление пунктом. Будь наготове. Ну, хотя бы я немножко что-то сделал. Команда вообще ничего не делает. О, мы с мастером Каосом что-то там мы сможем сделать. И звук еще глючит. Вы посмотрите, вы послушайте, звука вообще нету. Сержант Блиск, мы проиграли. Где он? Отлично. И что это такое? Отлично, и точка высадки находится пилотам, в том месте, который поближе к точке, где они находятся. Грифцы, адмирал Грей. По моим данным, ополченцы узнали достаточно о слабости хрипульсорной башни.
Какие будут приказы, сэр? Это что было сейчас? Спайклад, доложи на авиабазу АМС Сьерра, что их скоро атакуют. Да ну в жопу. Я побежал. Сваливаем. Прилетел десантный корабль. Объявляю эвакуацию. Как вы вообще узнали, что Макалов была забита башня? Он сам мне рассказал, Флинт. 15 лет назад во время учения... Всем сосать, мы уехали! ...друг против друга. И что там будет? Все планы сходятся в одной точке. Бери курс на систему Диметры. Не знаю, о чем там они говорили, но отлично, мы играли всю карту вчетвером против... шестерых, у которых были 33-й левел, 50-й, 26-й, 14-й. Ну, я даже не удивлен, что мы всрали. Просто ужас. Ужас. Видимо, когда играешь в компанию, нельзя подсоединяться в по ходу матча. Ух ты, я... автоматическую снайперскую винтовку получил, окей. Типа... наверное... что-то юзать хер его знает. Внимание! Говорит вице-адмирал Грейвс. Весь флот ополчения собирается на опасном расстоянии от врат Диметры. Они все еще уступают по численности специальному резервному флоту на авиабазе 4-й Луны. Полагаю, следующий удар придется на нее. Сержант Блиск. Первый флот ополченцев на кладбище не ромашки собирал. Они пытались узнать, как вырубить репульсорные башни, отгоняющие от авиабазы тварей. Вполне вероятно, что они в этом преуспели, хотя и понесли большие потери. Если так, следующего удара ждать не придется. Для охраны башен будет выделен отряд под командованием сержанта Блиска. Пилоты, задача — уничтожить пехотинцев ополчения, вторгшихся на базу. Не подпускайте их к башням, конец связи. Если сейчас никто не зайдет, то я выйду. Потому что невозможно так играть. Что это такое? Ну отлично, опять к ним все зашли, а к нам нет. Потрясающе. Отличная, ёптать, у вас отличный баланс у вас, ребята, из респауна. Как всегда, обычно через жопу все. Опять неполный сервер. Ну здесь зашли люди, которые из списка друзей, так что... Тест, например. Остальные не знаю. Мастер Каос меня догнал. Каос. Так что неплохая команда подобралась. Окей. По крайней мере, у них большие левела. У нас маленькие левела. Так что, может быть, честно будет. Ну, посередине матча никто не присоединится. Ура. Потрясающий режим. Ладно, хоть можно ботов просто поубивать. Здесь можно просто поубивать ботов. Здесь не точки захватывать. Так что... я думаю... сейчас опробуем... снайперку. Если я сразу не выбрал. 4-3. Вау, такое мясо будет просто обосраться. Легче было сделать просто игру против искусственного интеллекта. Было намного бы интереснее, я думаю. Ну, камон! Что там опять? Опять игроков нету, просто зашибись. Вниманию всего персонала, говорит вице-адмирал. Нам насрать! Ополченцы приближаются к этой базе. Готовьтесь к высадке вражеских титанов. Есть основания полагать, что они хотят уничтожить репульсорные башни в центре объекта. Ополчение пойдет на все, чтобы сравнять башни с землей. Если мы не устоим, господи, ничего не спасет это место от чудовищ. А теперь пора задать им перцу. Конец связи. Окей. Перченые парни будут. Ликвидируйте все силы ополчения. Капитан Грейвс. Капитан Алай. Окей! Замочим козлов. Нам было взять друг. О май гад. Надеюсь, они хоть меня убить не могут, это будет как-то позорно. Так, стоять. Хотел это. О, можно сразу поменять. Я сюда не могу здесь зайти. В жопу, короче, это дерьмо. Берем обратно дробовик. Дробовик имба. Ничего не знаю. Где все вообще? Я куда-то ушел от своей команды в непонятном направлении. Господи. И дали козла.
А я видал козла. Куда убежал козел? Вау. Меня чуть не убил какой-то бот. Где он? Так где он? Боже. Близко. Я обнаружил небольшой отряд. Они пытаются проникнуть в северную башню. Из-за помех и толщины стен результаты сканирования. Не знаю, что это было. И мало достоверные. Понял, Спайкла. Отправляю к этим лазутчикам отдельную команду. Всем пилотам. Как так? Я же в него попал. Окей. Окей, я, кажется, не попал. Наверное. Не вовремя перезарядка включилась. Охереть, сколько пилотов вражеских. Вы посмотрите, уже у них есть. Что за говно? А, это вражеские точки, что ли, здесь? Окей. Вы отлично справляетесь, пилот. А, это свой, твою мать. Идиотизм. Молодец, спасибо. А, все-таки говорят, что союзный пилот, а я-то не знал. What the fuck? Да это просто невозможно. Нас дергают просто бы маниакально. Хорошо сработали, гаденыши. Не понимаю, что происходит. Где вся команда? А у нас опять кто-то вышел. Остальным пилотам сосредоточиться на основной да куда? Группе. Не Боже. Давайте им приблизиться к главной башне. Нет! Да господи! Нельзя было отменить быстро, меня увидели просто. Что-то я фейлю сегодня. Ужасно. Напарников своих вообще не вижу. Зато вижу парней. О май гад, сколько их там. Что, я не обрёк титан? Охереть. Теперь тяжелая турель захвачена. Ну видите, они знают, как играть. Знают, что делать. А я-то нет, я даже не знаю, как турель захватывать. Видимо, там к таблу подойти. Захватите, все, окей. Ладно, выиграл, сейчас проигрываю. Окей. Да охереть, у них одни титаны просто. Я даже не могу полченца убить. Задействован режим пилотирования. Где еще один? Где вражеский титан? Мы ребята? Мы отстреливаем лазутчиков ополчения в тоннелях у восточной башни. Один из них прорывается. Женщина ранила руку. Кровь хлещет, как из фонтана. Мои люди идут за ней. Сержант Близ, по моим данным, восточная башня нестабильна. Майклас, эта сволочь вырубается. Устройство там у них какое-то. Дестабилизирует башню. Охереть! Там двое, что ли, было? А, там была батарейная, там была башня. Пойду ее отключу. За нас переведу. Так, где? Да как так-то? Ну просто охереть!
Не хватает, одного вышло. Просто пипец, молодцы, возродили меня прямо перед титанов. Ну отлично, бесплатное убийство получают ребята. О, боже мой, вот где я сейчас? Я даже карты не знаю, где я сейчас. Отлично. Без перебрыкания. Ух ты, я прёк титан, ни хрена себе. Я что-то сделал? Лишь у нас команда слабже, и у нас еще людей столько же, сколько у них. Отлично. Внимание, ваш новый титан будет готов через 30 секунд. Наконец. Да господи, еще не я убил, отлично. Группа перехвата упустила его. Охереть! Видели у посадочной полосы 24. Вас понял, сержант Брис. Сканируем посадочную полосу. Нет, это вы зачем? Враг не обнаружен. Ищи дальше. Где титан? Ко мне! Где? Да кто бьет-то? Вот убили, когда я только зашел сюда. Отлично, я нашел, где турель включается. Вау. Наконец-то я хоть кого-то убил. Какой поворот, а? Ой, мамочки. Автотитан атакует титана противника. О, фак. Зашибись. О, автотитан, убей уже, ну титанчик. Оставшимся отрядом. У ополчения стой. Нужно хватить часть весов в свою сторону, пока не поздно. Внимание! Ваш новый титан будет готов через 2 минуты. Fuck you. Наконец-то. Он где-то здесь еще стоит. Где-то здесь этот уродец. Где же этот козел-то? Шляется. О, господи, серьезно. Да блин, я не могу запрыгнуть. Ужасно. Ужасно все. Кривой. Чего? О, господи, ты что, игра на чемпионе времени? Ну они нас выиграли. Внимание! Ваш новый титан будет готов через 30 секунд. Новый титан готов. У вас сигнала. Спайглас! Полосы снялся под... Фак, нам не сделали последнее убийство. Никак нет. Истребитель управляется неизвестным протоколом автопилота. Спайглас! Шифру его и отключи! Истребители штурмуют главную башню! А где он? Иди ко мне! Где мой титан? А, его уже задумили. Всем отрядам, внимание! Репульсорные башни разрушены. Местная фауна вторгается на базу по всему периметру и захватывает объект. Операция прекращена. Какой поворот? Всем пилотам направиться в пункт эвакуации. Вице-адмирал Грейвс. Входящая передача от Джеймса Маккаллана. Спрашивает вас. Ты слышишь меня, Грейвс? А, фак, нет, залетел. Знаешь, ни хрена себе. Массированная атака. Не нужно было до этого доводить. Кто-то улетел. Ты снял эту униформу, ну, АМС сначала. И на этот раз ты от меня не уйдешь. Выигрывали, но теперь терпят поражение, окей. АМС, Маркус. Или сам превратился в очередного прихвостня компании. Пока я вижу лишь реки крови, никаких перемен.
Когда война закончится, станет ясно, кто прав, а кто покойник. Вообще ничего не мог сделать. Зато сдох 11 раз. Я подвел сейчас всю команду, увы. Увы. Но дробовик сыграл против меня на этот раз. Увы. Карта была не для дробовика, короче говоря. Вау, теперь могу наконец создавать личный комплект сражений Титан. Наконец-то. Модель Атлас, Страйдер. Пока что не могу их заюзать. В бете был только Атлас. Внимание всех пилотов! Это командующий флотом вице-адмирал Грейс. К вам хочет обратиться глава АМС господин Хаммонд. Как слышите меня, Грейвс? Отлично, сэр. Продолжайте. Я обращаюсь ко всем служащим АМС, верным нашему делу. Мне сообщили о недавней потере авиагруппы, охранявшей Диметру. Беспокоиться не стоит. Прямо сейчас подкрепление готовится совершить долгий прыжок из срединных систем на фронтир. Сегодня вы сумеете удержать порт Диметры, отобьете последнее нападение врага, подрывающего устои цивилизации, а завтра получите награды и спокойно продолжите службу. Вице-адмирал, судьба мира в ваших руках. Нет. Так точно, сэр. Окей. Мне нравится... Да, господи. Готовьтесь к бою. Мне нравится, как команду, которая и так сильная, и которая только что выиграла, добавляет игроков. Нет, пошло на всю жопу. Я выйду вместе с командой, пожалуй. В лобби мы найдем другое, тем более, что Дес жалуется на пинг.